Так, дорогие друзья, тут сундучок пропустил я. Сейчас мы назад вернемся к сундучку, а потом пойдем Хафугу освобождать. Ну не знаю, как насколько у меня тут хватит. Сейчас, забыл. Забыл, тут надо кое-что сделать. Сейчас мы вот это. Может быть, надо было это самое подольше, чтобы, может быть, разбился он туда. Ну ладно. Попробуем вот так. Просто когда можно пропустить ящик. Поднимаемся. 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 Вот сюда вот. И вот здесь вот такой вот сундучок. Касание Хель. Смотрим, нет, ну мой куст зимы у нас тут прокачанный посолидней. Ладно. Пойдемте дальше. Вот так вот, тут маленькая деталь такая. Угу. Вот, а теперь сейчас пойдем вот туда. Во. Так. Так, ну здесь мы, по-моему, уже все открыли. Ага. Так, дорогие друзья, попросим уважаемую Фрею. Good. Almost there. Еще немного. Ну тут. Так, и что мы еще должны, я вот не могу понять. А, наверное, мы вот сюда должны. А. Открыть метку Улья. Так. Мы ее тут открыли, да? Вон она как. Ты понял? А я думал, как же туда попасть? Ага. Да ёпар!
Вот так вот. Злобня, а? Тут так это самое, но вот те вон уроды вылезли. Очень важный элемент его благословения. Найден артефакт. Трубка. Терминал, судя по темпераменту, Фрейер активно использовал ее по назначению. И я могу его понять. Некоторые виды альфинской флоры. Релаксация. Погибли в Фимбол Винтер. Кстати, очень сожалею. Ты видал тут? Так. А тут что нам дадут? Шепчущий камень. Неместье, разгром. Клинки хаоса. Пока придержим. Но тут вокруг места, по которому разлетаются взрывающиеся снаряды. Неплохо. Пока придержим. Сильная руна, атака. Ты понял? Клинки хаоса, ну пока мы это самое чуть-чуть попридержим. Вот сюда вот. Или все-таки качнуть эту немецкую атаку. Тут у меня еще и Левиафан. Туманы Хельхейма можно качнуть. А тут лед. Касание Хель. Ну, клинки хаоса тут, конечно. С одной стороны, шикарная штука. То есть урон-то, блин. Ну ладно, посмотрим. The fate of these creatures. Участь этих созданий напомнила мне одну легенду. Да что ты? Однажды царь приказал своим кунцу выковать ящик, который бы держал все зло мира. So the blacksmith used the flame. Правда, история должна быть легче. Perhaps it is just a story. Wait a minute. I appreciate the sentiment, but well, your stories. What about my stories? I wouldn't exactly call them a comfort. Fair. Mimir is the better storyteller. Now don't sell yourself short, brother. You've come a long way from the days of laconic. Ну не приемлем красноречие, ты поднаторел. It's okay. Finish your story, Kratos. The blacksmith's daughter was the key to unlocking the box. He died trying to protect her from those. Well,
At least it's a relatable story. Ну-ка, подожди-ка. Тут... Нет, это мы тут поднялись, да? Странно. Интересно. Ага. Это вот сюда, а вот то. Ага. Так. Потому что нам надо вот это вот еще одно открыть. Вон она. Почему-то нам угла не хватает. Блин, не, ну тогда угла-то не хватает. То есть мы должны туда, на эту херню бобра. Только вот сюда вот мы можем. Ага. Вроде бы вот так как-то. О, чуть сундук не одним пропазали, а? Мы наверх тут поднялись, я понял.
Откуда мы идем? Years we've overstayed our welcome all the time. А, неплохо. Так, дай-ка я клинки хаоса. Ладно. Давайте качнем. Ну, тут не хватает, да. Тут тогда прям вообще хорошо. С клинками хаоса подеремся. Давайте. Так, подождите, мы вышли, да? А эту-то мы не освободили. Понял, вот она, этот. Угу. Ага. Вот она, красавица! If my stories are of no comfort, take solace in knowing you did what you thought was best for your son's safety. Подумай о том, что сделал то. Даже эти твари понимают, у родителей нет выбора. You are not alone. Ты не одинока. Надеюсь, что так. И они теперь тоже. Надеюсь, что так. Невероятно. Какой сентиментальный, как красиво. Beautiful. Не, красиво, красиво. Сделано шикарно. Спасибо, Кратос. Эта земля снова поет. Мы сделали хорошее дело. Красиво. Нам же некуда спешить. Кто знает, какие приключения ждут нас. И они прям вообще вот это вот. А, они рассыпались, а эти маленькие появились. Тихо. Тихо, 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 тихо. Не спугните птичку. Зараза.
А его подбить-то надо. Семнадцать, да? Ну, этот вот красавец, который тут он вот... Ну да, мы к нему не могли подойти. Конечно, можно было вот отсюда было зайти. Так, ну давайте, так. Так, подождите, а вот здесь тоже был. Нет? Значит, просьба Фрея. That's odd. The runes are dark. Темные руны. What purpose does all this serve, other than a testament to my brother's vanity? Зачем это нужно, Сложно сказать. Надписи нет, но похоже, эльфы вместе это построили. Темные и светлые. Получается, это было первое сотрудничество со столетия. О том, что мир возможен. One that symbolizes the potential for peace. А. Так. Слушайте, одна история заканчивается, другая начинает. Подождите, подождите-ка. А, интересно. Ну-ка, подожди-ка. А мы отсюда кинуть-то не сможем ничего. Да ёпарса ты, что ты? Напугал! Кратос! Напугал! Ага. This statue may have survived Freya's absence. Да, просьба восстановить дар Фрейера. Память не бесполезна для тех, кому плевать на них. Перемирие заслуга не только его дипломатии. Его божественная натура, его личность, вот что излечило эту землю и сделало мир возможным. Но стоило ему уйти, он должен был понять, что будет.
Но у него была причина. Один баран уболтал его сестрой выйти за психопата. Да. You said monuments are useless. Why restore this one? It was hidden for some time. Perhaps now it can serve as a reminder. Это долго был сокрыт. Да, ничто не напоминает народом. Понял. Нет, тут камень стоит, да? Ой, так не сюда, я куда-то рванул. На сюда. Подожди, ну-ка. Странно, есть свой свет. Обычно вам пришлось бы делиться своим. Может, если мы вставим кристалл с другой стороны, то получится пролить свет на эту тайну. А как нам прорубить вот это дело? Да я пора, что ты машешь-то, бля. А слушайте. А как? Нет, это мы можем, конечно, его вот отсюда взять. А, этот держит вот эту вот. Да. Тот держит вот это вот. Да, но как пройти? Тут-то мы не можем перепрыгнуть. Мы можем, конечно, вот этот забрать, этот отрубится. Да, но где стрелы Артрея? Как нам всадить вот это дело-то? А, нам нужно биврест.
А как вот эту фигню нам открыть? Цели. Ну давай. Камень нужен. Или зеркало. Камень-то это мы найдем, откуда взять. Я уже знаю, где дернуть. О, вопрос. Все. Не дурак. Так. Сейчас мы вот этот вот. Отступать нам теперь некуда, дорогие друзья. Дар там Фрейра, да, он там называется, задание. Дар Фрейра. А смотрите, обломки. Сможем и надпись прочитать. Дар Фрейра. Не, нифига себе. Давай. Ну-ка. Честь просветленного. Пусть дар его света сияет вечно. Честь просветленного, да. Сияет. Пусть мир воцарится среди эльфов. Навитием это в его лучистым сиянием. Gift of light. Да? Так, ну а дальше что? Свет этих кристаллов теперь он в песке. Прямо памятник. Призыв бури. Рой светлячков. Призыв бури.
А, ядовитые облака, понял. Гармония стали. Урон 1, руны и оглушение. А тут только урон и руны. Не, вот гармония стали лучше. Все, мы все раскрыли. Все, Дарфрейера, выполненная просьба. Отслеживать метку. Ясно. Ну, поехали. Мы вот здесь, да? Сейчас снова. Нет, мы можем, да, мы не можем здесь снять. Мы можем снять только вот из-под какого-то вот этого и туда поставить. Ясно. Мы не можем здесь снять, ясно. Чтобы нам вернуться назад, надо как-то. Прыгнуть-то мы не можем, да? Пойдемте, пойдемте. Так. Дар. Даже присутствие Фрейера, мир был хрупок. Before I met Faye, I could not imagine a life of Да, Фей, и представить себе не мог жить в мире. После ее смерти в пути до Йотунхейма. I found peace on Я my сам own. Был с вами, и мой долг it поддержать ее. My responsibility to make it last. Perhaps the elves will find peace again one day, even without Freya's guidance. Так, давайте тут подберем вон. Whether they realize it or not. Вот там вон, блин, эти уроды, ну ладно, это потом. С уродами будем. Статую светлого эльфа в пустыне. Ага. Тихо, тихо, тихо. Там, блин, мы чуть не пропукали эти. Сейчас, сейчас, сейчас. Perhaps we can bring these two animals back to Vanaheim. Or Midgard even. Becky and Svanna could use the company. We have kennels. It would not go well for them. Once a predator becomes accustomed to a land, it is cruel to move them. I suppose you're right. Seems lonely out here. It's peaceful. They have each other. It is enough. Это для Фрей. Сейчас мы еще. Гномья сталь, так. Тихо, тихо.
What is that? A phantom! Magic! Aim for the runic core! Bloody hell! Look at that thing! It's vulnerable when it glows! Nicely done! Keep on it! Go! Ого! It's stunned. Нифига себе. Нифига себе. Ты стёпор! Нифига себе! Алка!
right! Hurry! Not so intimidating without your springs, are you? Uh-huh. Well, yet another gift of Fimbulwinter, I suppose. Нифига себе. Магия, которая из нас утекает. Вот это нифига себе, босс. Слушай, вот это мы тут... Честь Альхельма. Преимущество следующей атаки кратится после уклонения, после них становится мощнее от его силы. Честь Альхельма. 3.12. Сила защита. Тут мы силу укачиваем. Силу. Преимущество набора, когда здоровье... Ясно. Ладно. Ну тут что-то ноль. Надо хотя бы это, видишь? В честь Альхельма. После уклонения мощь. Слушайте, нифига себе. Все, я понял. Понял. Надо кинуть как бы не, да? Не получится. Я думал кинуть так, что вот Go!
Блин, тут надо как-то кинуть. Блин, а? Ну-ка. Понял. Как-то должно быть. Слушай, она дал. Да ёлки-палки, что такое, а? Ever written poetry of your own, brother? No. Нет. Ну это был глупый вопрос. Сиси Квасера. Там надо этот забрать еще. Не, ну нифига себе, фантомчик выскочил. Ну я не знаю, сейчас мы туда успеем доехать. I wonder if these two are the descendants of the Gulan he brought here long ago. That explains how they got to the desert. Another gift for the Dark Elves. Mm-hmm. Бодрость Альхейма. Последний миг, но это то же самое, что и честь Альхейма. Давай, прокатимся еще раз. Ну, неплохо. I wonder, how these two pups end up yoked to the sled? Ever try flying in a sandstorm? I imagine Freyr showed the Dark Elves that Gulan could be trained to pull a plow. They must have found new uses for them once the sandstorm arrived. I imagine they're now bred to aid in traveling the surface. Видимо, теперь Гулонов. The massive door we found earlier. Просьба, дверь пустыни, половина ключа равнины. Нажмите для отслеживания. Ты понял? Половину ключа в пустыне. Просьба. Дверь в пустыне. Найти ключи. Так, перейти к карте.
эти ключи. Так, один ключ нашли. Ну давай быстренько сейчас проедемся, может быть еще здесь найдем. Ага. Сейчас какой-нибудь хрен выскочит тут. Нет. Погнали. Половина ключей, ключевой предмет. Знаете, замок. Ясно. Классик. Так, ну что, дорогие друзья, продолжим классику в следующем видео. Открыть дверь, да?